Так, вот во дворе у нас тут продолжаются работы. Я пока еще не выяснил, что тут все-таки будет у нас во дворе. Не спрашивал у тех ребят, которые делают. Но вот сегодня вырыли тут яму еще одну. Котлованы все роют, все выше, выше, да, и все глубже, глубже и глубже. Вот что тут еще примечательного. Вот примечательного тут. Вот эта дверь. Я знаю, что это за дверь. Но не скажу. Проход запрещен. Вот тут тоже пока еще. Так, вот и тут. Тут вот так вот. Пройдусь-ка я по этому объекту. О, тут уже ступать вниз, в яму залезать. Вот если сейчас дождь ударит, во, грязюка будет. Трубы для чего-то тут лежат. Вот пока батарейки хватит, сейчас постараюсь. Вот. Колодец выкопали такой глубоченький, это где-то ну, больше метра, наверное. У меня тут глазомер на ямы. Я еще не проверял на глубину ямы. Вон там какая куча. Ой ты господи, прямо пирамида такой. Терекон, блядь. Значит, будут засыпать обратно. Значит, понадобится этот грунт. Так, вот еще один. О, а тут уже наверное, больше 2 метров. Тут до 3, наверное, метров яма. Ну, вот тут копают. Видно, что тут раньше ничего не стояло. Ну, я имею в виду при немцах. Вот тут уже песок завозили, по-моему. Вообще бог его знает, что тут завозили, а что естественное свое. Вот такая тут территория. Время сейчас 5:50 местного вечера. Угу. Вот эти кучи, тут опасно ходить. Да, и что тут еще? Да, и вот тут вот идет такое углубление сюда, вниз, спуск. Ну да, а что они тут делают, не знаете? Я да, что-то... Благоустройство двора они делают. Стоянку автомобильную? Да. Ой, так это же разве благоустройство? Ну вот это же благоустройство. А вон то, вот то. Там стоянка будет для машин. Ужас. Будет гудеть теперь под окнами. Ну а так жителям куда ставить машины свои? И так здесь ставили. А, ну разве... Только она не оборудованная. Ну разве что. Это хорошо, если только свои будут ставить. Самое главное. А? А, ну это другое дело, если для своих. Ну вот так вот. Для своих можно. А для чужих не можно. О, и черный кот ходит. Киса.
О, тротуарчик здесь сделали. Тут пока остановились. Вот так все это дело выглядит здесь. Временный спуск оборудовали. Коты с котятами. Вот так это выглядит в широкой перспективе. Здесь пока тишина. Так, пойду котов посмотрю, если они не поразбегались. Ну, коты не убегают, это хорошо. Сильно не убегают. Значит, как-то приручены людьми. А еще вон один, да. Котенок поменьше. Котык. Вот он мой дом. С другой стороны. И черный кот. С желтыми выразительными глазами. Пройду сейчас вот здесь.